27 сентября в Казанском федеральном университете состоялось открытие третьей международной научной конференции «Окружающая среда и устойчивое развитие регионов. Экологические вызовы 21 века». 2017 год – это год экологии Российской Федерации и год экологии общественных пространств Республики Татарстан. В рамках этих событий проходит конференция. Необходимость ее проведения заключается в том, что в настоящее время наблюдаются значительные изменения в окружающей среде. К сожалению, человеческая деятельность загрязняет природный баланс нашей страны. 2017 год объявлен годом экологии в Российской Федерации, годом экологии общественных пространств в Республике Татарстан. Это радует, потому что, наконец, наше государство осознало о том, что развитие промышленности, какая-то деятельность, она должна обязательно коррелировать, она должна быть обязательно связана с окружающей средой. Потому что, конечно, человек должен удовлетворять свои бытовые, экономические потребности, но не менее важно, чтобы он дышал чистым воздухом, пил чистую воду, имел информацию о процессах в окружающей среде. Казанский федеральный университет принимает участие не только в научных конференциях, связанных с проблемами окружающей среды, но еще участвует в субботниках, помогая нашей природе избавиться от пагубного воздействия человека. Этой весной на субботнике «Эко-весна 2017» я была вместе со студентами. Наши ребята работали на очистке кабана, наши ребята участвуют в посадке деревьев. Важно отметить, что конференция продлится до 29 сентября включительно. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.